Депутаты Гомельского городского совета сегодня обмерковали ход выполнения декрета президента номер 3 об содействии занятости населения. С початку этого года в областном центре працалоткована около 2500 человек. И эта работа протягивается. Хоть увагу депутаты звертали не только на поспехи. С огученными фактами и выказанными пропоновами ознайомился Олег Сенцероу. Когда мерковать по официальной статистике, то ситуация в Гомеле сегодня навод полепшается. Узровень беспрацовья 0,4%. Это прикладно на треть меньше, чем было летось. Разом с тем, сказать, что все проблемы вырешены, покуль нельзя. Причем питание есть как до керунько предприемства, так и до самих беспрацовных. Об упартом нежидании некоторых граждан працовать можно мерковать по прикладе, який огучивается на посяджении президиума Гомельского городского совета депутатов. Працовный стаж 56-годового гомельчанина складает всего 2,5 года. Але нечто изменять в своем житті он не спешается. И это не одинковый подобный выпадок. Различивать такие люди могут только на так званую социальную пенсию. Хоть это не значит, что им не треба оказывать допомогу у працаулоткования. Наибольш реальный вариант – накировать таких беспрацовных на учебу. Але и тут есть проблема. Рабочая профессия у гомельчан, причем у всех узростов, популярностью все лето не корыстаются. По специальности, допустим, сварщик, электрик, востребованности особой нету. И вот я скажу за свое учебное заведение, мы ищем и ставим. Их не так готовы брать на работу, как, допустим, ну. А айтишников берут больше? Сами, наверное, сколько. Айтишники на сегодняшний день, да. Я вам хочу сказать, что обучение платное, но они туда все равно бегут, достают с кармана рубль и платят. Только чтобы получить эту специальность. Сярод принимаемых мер – материальное стимулирование для переезда в иную местность у мэтах працаулоткования, финансирование мероприемства по адаптации инвалидов до працовной деятельности, содействие беспрацовным у организации предпринимательской деятельности. Великие надеи на работу комиссии по содействию занятости. Все лето на их посяджениях у Гомеля побывали около 10 тысяч человек, и по каждому из их решений принимались индивидуально. Особная размова об отказности керовников предприемства. У идеале именно яны повинны быть за інших клопотиться подростовцы необходимых специалистов, у тем лику про поддержку профильных научных установ в якости становчего прикладу ГАР «Электротранспорт». Наниматель отбирает среди стоящих на учете молодых или средних возрастов. Важно, чтобы состояние здоровья, не противопоказание было. Остальное возраст не играет роль. Поэтому отбирает. Значит, потом мы направляем их на учебу. Они проходят практику и остаются на предприятии работать. То есть получается 100% гарантия. Протяг размовы об социальной обороне населения на сессии городского совета. Тут основная увага – реализация отповедного регионального комплекса мероприемства. У принятом решении по увеличению объема финансирования этой программы еще на 12,5 тысяч рублей. Эти сроки будут накированы на створение безбарьерного осяроддзя для людей с обмежеванными физическими мощностями. Олег Сенцероу, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель».